Я играю на балалайке, это самый русский инструмент. Действительно, балалайка давно уже стала брендом русской народной культуры. Интересно, а какой самый коми-инструмент? Сегодня мы постараемся узнать, какой инструмент может стать музыкальным брендом нашего края. Я сейчас вам покажу некоторые коми-народные инструменты и расскажу, как они раньше пользовались. Трещоткой обычно отгоняли животных от посевов ячменя, овса. А вот охотничий промысел требовал специальной сигнализации. И вот средством подачи сигнала на расстоянии служил щумет-буксен, то есть берестяная дудка. Охотники раньше договаривались заранее о том, какие сигналы воспринимать и что, как отвечать на эти сигналы. Вот послушайте один из таких сигналов. Изначально древние музыкальные инструменты имели, как правило, практическое применение. Они были непосредственно связаны с деятельностью крестьян и охотников. Например, с их помощью заманивали зверей и птиц, или наоборот отпугивали. И только по мере развития культуры приобрели эстетическое значение. Точки, чем такие инструменты, они как бы сигнально-оповещательный характер носили. Призывали людей, работающих к артелю, на обед и к отдыху и так далее. У пастухов были пу-барабаньяс. Так называемый набор такой походный, с которым мы ездим на выступления, концерты. Здесь практически вот самое необходимое. Народные музыкальные инструменты коми многообразны. Это и ударные, и духовые, и струнные. Наиболее распространенными в музыкальном быту коми и, пожалуй, самыми древними были духовые инструменты, аэрофоны, пыляны и чипсаны. В той или иной форме эти инструменты присутствуют и у других народов, да, вот, скажем, наши самые популярнейшие инструменты в прошлом это чипсаны и пыляны, да, это вот так называемые флейты пана. Они встречаются по всему миру. По изготовлению, естественно, отличаются. Вообще духовые инструменты у коми, они были сезонными инструментами. То есть они изготавливались в определенный сезон. Материалы для изготовления музыкальных инструментов поставляла сама природа. В ход шли полые стебли растений. Солома, различные виды зонтичных, дягель и дудник. Это называется отикопылян, одиночная дудка. Это мужской инструмент, играли на нем строго мужчины, и техника игры очень сложная. С виду эти инструменты непритязательные, и кажется, что играть на них можно без особых умений. Однако, по утверждению специалистов, одного желания недостаточно. Чтобы извлечь нужные звуки из полых трубок, нужно иметь особое мастерство. Инструмент тяжелый. По технике игры я бы вот сравнил даже вот с индийской флейтой. Тут, собственно, нету игровых отверстий. Есть единственная щель, которая, в принципе, игры губно-щелевой. Вот с помощью ловкого манипулирования струей и губами издается как бы, вот основной звук. К нему два обертона плюс открытая-закрытая трубка. Вот шесть нот, которые этот инструмент берет, и на нем можно практически играть все мелодии. Научить вот играть на этом инструменте и попытаться создать какой-то более прочный аналог этого, это тоже задача, наверное, выполнимая, но задача, над которым стоит задуматься. Инструмент очень интересный, и по своим музыкальным способностям он, понятно, что, наверное, превосходит все более простые флейты пана, которые, собственно, сегодня на эстраде используются. Часто названия музыкальных инструментов отражают материал, из которого он изготовлен, или количество стволов. Батьпу-полян – ивовая дудка, или куима-чипсон – трехствольный свисток. Иногда их наименования показывают звукоподражание той или иной птицы. Например, щела-чипсон или каля-полян – рябчиковый свисток и дудка-чайка. Это называется юсь-полян – лебединая дудка.
в переводе, изготовляется из другого типа тростника. Он совершенно простая трубочка полая, в таком сухом виде она тоже не играет и, собственно, вызывает такой звук, достаточно близкий вот к крику лебедей, вот такие, как и звукоподражающие наигрыши. Понятно, что тут в музыкальном отношении он достаточно скромный, но звук абсолютно неповторимый. Стволы растений, из которых делали инструменты, хрупкие, а значит и чипсоны, и поляны получались недолговечными. Со временем научились их делать из бересты и дерева. Инструмент получился более прочным и долговечным. Хотя древняя традиция извлекать музыку из однолетних растений жива и по сей день. Понимаете, я вот все равно вижу в каждом инструменте свое эволюционное развитие. То есть без этого, мне кажется, что это будет достаточно скучно, потому что прекрасное исполнение черновских чипсонистов мы все равно не сможем исполнять так, как они исполняют. Почему? Потому что когда я еще Парму организовывал, это было в 87 году, первая экспедиционная запись, это было именно черновских чипсонистов. И они сидели вот передо мной, вот так вот бабули играли на этих самых инструментах, вы понимаете, и мы пытались в течение 2 часов вот, ну, хотя бы что-то у них скопировать. Ничего подобного. Та штриховая палитра, та палитра дыхания и остальное, они настолько были и свойственны именно вот этой традиции, что нам очень сложно, нам надо пожить для того, чтобы реализовать вот эту вот продукцию. За границей сравнивали вот эти наши инструменты с органом, со звуком органа. Ну, неудивительно, потому что принцип извлечения у органа, он то же самое, там воздух в трубке вибрирует и издает звук. Как правило, размеры инструментов различны. Не было единых стандартов. Каждый музыкальный инструмент – результат индивидуального творчества мастера. Поэтому и наигрыши исполнялись в импровизационной манере. Был такой инструмент, как бать пупелин. Это ивовая дудка в переводе. У других народов данный инструмент называется жалейка. Такой вот инструмент реже встречается у других народов. Кывья щердуда называется, ну, дудка с двумя язычками, да, так в переводе. И вот данный инструмент, он уже похож на волынку, потому что звучат одновременно 2 ствола. На этом инструменте можно играть только медленные и лирические. На нем невозможно играть быстрые, потому что он не озвучивается. У него сама по себе вот этот ствол, он немножечко такой крупноватый, и он не приспособлен. А есть вот такие буксы, которые... Духовые инструменты в старину использовались в определенное время года. Разрешалось играть только с Ильина дня, со 2 августа. Этот день называли Чипсащан или Пылящанлун, день дудения или свистения. Считалось, что игрой до 2 августа можно навлечь неурожай или непогоду. Еще духовые инструменты делили на мужские и женские.
Например, чипсоны, многоствольные флейты, считались чисто женскими. Это было связано с трудовой деятельностью. Во время отдыха на сенокосе мужчины точили косы, а женщины развлекали их игрой на чипсонах. Ну а пупелины и пу-барабаны были связаны с охотничьим бытом и с работой пастухов. Чипсоны и пулены, поскольку они являются самыми древними музыкальными инструментами, которые отражали самобытность нашей культуры, поэтому я думаю, что мы сумеем все-таки сохранить эти традиции. То если бы, предположим, вот в каждом регионе появляется вот такой инструмент, пусть он появляется, он тем более вот ареал у него и в Усть-Куломмском районе, и Коми-Пермяцкий округ. И вот, естественно, если бы, предположим, сегодня собрать исполнителей всех этих регионов, то это было бы очень вообще интересно. Естественно, при условии о том, что руководители все-таки будут смотреть на этот инструмент не как фоновый, не как шумовой инструмент, а как на профессиональный инструмент. Играют же на курае башкиры. И у них же это профессиональный инструмент, о них преподается в консерватории. А мы еще не знаем возможности каждого этих пылянов. Здесь столько обертонов в каждом из этих дудок, трубочек, что, может быть, и можно что-то такое и сотворить. Точка Чанбуксан, Пылян, Чипсан – это далеко не все наименования. С развитием культуры и музыкальные инструменты коми становились более сложными и усовершенствованными. Появились струнные, щипковые и ударные инструменты. О них мы расскажем в следующей передаче. В прошлой передаче мы рассказывали о пылянах и чипсонах, но ими не ограничивается арсенал музыкальных инструментов коми-народа. Сегодня мы продолжим поиски музыкального бренда нашего края. Илья Вась настроил свой инструмент и заиграл. Избушка огласилась простыми мелодическими звуками какой-то песни, немного печальной, напоминающей что-то очень давнее, минувшее. Илья Вась играл с чувством, немного склонив к инструменту лохматую голову и прислушиваясь к напеву струн. Я тоже с удовольствием слушал эту игру, хорошо гармонировавшую со светом лучины и с темным лесом за оконцами уединенной избушки. Игру на сигутке коми-охотника Илья Вася описал этнограф Сергей Сергель во время экспедиции в Зырянский край в 1906 году. Как вырезается дека? Она сперва склеивается из двух половин, из двух полежков, так скажем. Вот здесь шов посередине, она расклеивается. А потом обстругивается сперва вверх полностью, ну как надо, какую форму там все. А потом здесь выдалбливается изнутри. Вот черемуха, она очень гибкая. Горячего дерева спаривается. Вот, допустим, я распарил. И вот я потом ее сюда вот так вот загибаю и вставляю сюда. Вставляю. Потом вот на следующий день, когда она уже подсохнет, эти приклеиваю. На мой взгляд, одним из тоже самых популярных инструментов был сигудек. В 70-е годы 20 века в Новгороде нашли остатки древнерусского струнного инструмента гудка.
который был утерян. По найденным фрагментам инструмент и принцип игры на нем удалось восстановить. Человек брал ее на колени, играл, и все струны звучали вместе. Это называется бурдон. Сам он играл на верхней струне, а две другие просто звучали как бурдонный бас и создавали вот этот гуд. Почему он и гудок? Сигудок, собственно, по этому же принципу устроен. Дословно слово «сигудок» можно перевести как «волосяной гудок». В старину струны для этого инструмента делали из конских волос или жил животных. Многие считают, что сигудек появился по аналогу русского гудка. Но есть мнение, что эти похожие инструменты появились и развивались независимо друг от друга. Русский гудок, вот аналог коми сигудка, инструмент, который, в принципе, сегодня достаточно известен, он к концу 19 века исчез напрочь. Когда спохватились в 20 веке, оказалось, что нет ни одного инструмента, не сохранилось вообще, нет ни одной записи. Когда в 1961 году Прометей Иванович записал на Верхней Вычегде целых двоих исполнителей на коми-инструменте сигудке, то, собственно, эти записи и эти инструменты оказались единственными сохранившимися не только в коми-традиции, и представляли собой традицию гудка. Вот эта птица, допустим, или гусь, или утка, или что-то такое. Голова, шея, туловище, вот лапки, два лапки. Лапки. Вот она летит. Форма и размер сигудка были разнообразными. От простой прямоугольной до фигурной скрипичной. Наиболее распространенными были сигудки с долбленным корпусом с небольшими фигурными выемками по бокам. Декой крышей служила плоская или выпуклая еловая дощечка с двумя резонаторными отверстиями. Смычок был лукообразный, из прутика черемухи или можжевельника. Если обратить внимание, как и у сигудка, смычок чем-то раньше напоминал охотничий лук. Может быть, возможно, скорее всего, на это и обратили коми люди. О том, что о том, как натягивает лук, спускает стрелу, жила начинает звенеть или чем-то гудеть. На это тоже, возможно, обратили внимание. Стали делать из этого какие-то музыкальные инструменты чисто в развлекательных целях. Сперва грунтую, потом лаком. Состав лака я никому пока не скажу. Секретный лак. Лак только для защиты служит, для красоты в основном. Это уже, наверное, заблуждение такое, что вот лак, если вот лак Страдивари такой, все. Мне так кажется. Человек середины 20 века, он уже обладал определенными знаниями и о мировой культуре, и, собственно, о музыкальной культуре как таковой. Вот не случайно появляются сигудки, вот, более близкие уже, собственно, к скрипке. Это сигудок Шомысова Василия Алексеевича, которого в Скородуме Прометей Иванович записал в 61 году. Сигудок был изготовлен в начале 20 века. Он до сих пор как бы звучит. Сигудек считался чисто мужским инструментом. Он бытовал особенно в среде охотников Верхней Вычегды. Чтобы скоротать время и украсить одиночество, во время промысла охотники изготавливали сигудки и играли на них. Все инструменты, которые есть вот и в других музеях, и которые есть у нас, это авторские работы. Единственный инструмент, который более-менее можно назвать традиционным, это вот сигудки, сделанные вот из банок, вот из пороховых банок чаще всего. Это вот совершенно непритязательный инструмент. Он изготавливается по определенному типу, и, видимо, и эта традиция действительно зафиксирована. Совсем уже на архаику не похоже. Это Михаил Никифорович Опарин изготовил для своих детей. Вот тут настоящие конские струны, струны из конского волоса, вот они скрученные. Смычок нужно намазать, он это... Ну, обычно на нем играют вот на двух струнах сразу или вот на трех. Ну, на двух, на трех. Вот не как на скрипке, допустим. На скрипке все на одной струне. Он это вот, как бы сказать, универсальный. Можно играть вообще вот это вот как на гитаре, вот так же, как на балалайке. Более 100 лет тому назад
в республике появилась гармошка, да, и это был очень сильный инструмент, который сразу же оттеснил и сигудек, и вот наши вот эти традиционные духовые инструменты. И поэтому немножко он был забыт. Сегодня ни один этно-футуристический фестиваль без гудка не проходит, а наш сигудок как-то вот и остался на том самом месте, на котором его и обнаружил Прометей Ионович. Наверное, этот инструмент, он мог бы стать брендом, потому что он должен быть простым в изготовлении, простым в игре, простым в настройке, чему он и был популярен. Приспосабливали под музыкальные инструменты любые бытовые предметы. Натягивали струны на корыто и импровизировали. Так в арсенале Михаила Бурдина появился совершенно оригинальный музыкальный инструмент, прототипом которого послужила трепало шерсти. Это бочка была, на которой был приделан гриф и одна струна. Одна струна, на которую наматывалась вот эта шерсть. Затем эта шерсть под вибрацией, так сказать, этой струны отпускала. Он издавал какие-то звуки. Там делать мастеру было нечего. Вот он мурлыкал про себя вот такие вот какие-то совершенно непонятные импровизационные такие мелодии. Ну почему? Для него это понятно. Для нас это, может быть, это уже время такое. На нем же ведь можно играть и смычком. Еще одно приспособление для трепания шерсти послужило идеей появления оригинального музыкального инструмента – брунгана. Это был смычкообразный длинный шест с туго натянутой толстой жильной струной. При дергании струна приходила в колебании, била по шерсти и в то же время издавала низкий гудящий звук. Бытовое приспособление трансформировали в музыкальный инструмент. Вот давайте мы представим вот этот инструмент, замечательный инструмент, фортепиано, как голубец. И вот эта крышка, она как бы является декой этого голубца. По наклонной забивались гвозди, параллельно натягивали струны. Деревянным молоточком ударяли вот по этим струнам. Естественность вот этого объема голубца, она, в общем, создает такое ощущение какого-то органного, также немножечко звучания. От брунга, на слово брун... Брунган, то есть гудеть, даже сходное брунган, и вот такое мощное звучание, и описывает, что оно как будто бы даже, что такое мощное звучание было чем-то схоже с органным звучанием. Даже название такое брунган и орган, то тоже что-то есть такое общее. И вот я, например, считаю, что вот, скорее всего, вот, это самый уникальный инструмент у Коми народа. Современный брунган мало чем напоминает своего старшего брата. Он стал меньше по размерам и передвижным. Но способ игры остался тот же самый. Это удар молотка по струнам. Кто на что был способен в своих интересах и музыкальных пристрастиях? Кто-то говорил, это Сигуда Кумли, там, кто-то говорил, это Брунган Вор. То есть каждый исполнитель и каждый вот мастер, он изготавливает этот инструмент, он придумывал этому инструменту свое название. Поэтому очень трудно классифицировать. Наверное, естественно, если, предположим, взять классификацию, которую провел Прометей Ионыч Чистолев, то это Сигуда Кумли. Конечно, это гуслевидные все они. А так, в принципе-то, это очень индивидуальный. Почему? Потому что сам по себе инструмент, он нечаянно получился двухоктавный. То есть русские гусли, они не являются, как бы так сказать, двухоктавными. То есть они на одном инструменте, там, если они, как бы так сказать, весь диапазон выражен, то в брунгане он не выражен. То
замечательно звучит, что верхний, что нижний. То есть, если мне захотелось что-то побаловаться или что-то такое, выразить свое игривое настроение, я всегда перекидываюсь с нижнего регистра на верхний. То есть, этот инструмент совершенно специфический. Более современно для молодежи может подойти такое. Музыкальный инструментарий народа Коми представлен почти всеми основными типами народных музыкальных инструментов. Это и простейшие приспособления предметов окружающей природы и домашнего быта, и более сложные и разнообразные по конструкции инструменты. Чипсан, пылян, буксан, брунган, сигудек. Прометей Чистолем насчитал более 30 коми народных музыкальных инструментов. Мы рассказали только о некоторых. И все они достойны представлять музыкальную культуру нашего края. Еще в конце 19 века выдающемуся музыканту и просветителю Василию Андрееву удалось соединить фраг и балалайку. Он создал оркестр, в основу которого легли русские народные инструменты. Гусли, балалайка, домра. Этот коллектив и по сей день остается уникальным явлением не только в российской, но и мировой культуре. Удастся ли войти в историю мировой музыкальной культуры Коми национальным инструментом?